Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня хочу вам рассказать про капусту. Это у нас капуста три богатыря. Смотрите, какой огромный качан вырастает у этого сорта капусты. Смотрите, какой. У нас сейчас середина августа, и вот такой вот уже вырос качанчик. Листья слишком мы с боков не обрываем, так как капуста все равно, она старается укрыть вот это пространство все между кочанами, вилками капусты, своими листьями. Поэтому листья слишком не обрываем. И вот такой вот качанчик нарастает у нас. Так как она еще будет расти до сентября месяца, то в принципе еще практически больше месяца ей расти. Посмотрим, что вырастет в итоге. Здесь вот рядом еще один экземпляр. Также три богатыря. Немножко он поменьше, но в целом тоже очень такой массивный качанчик навалился на бок. Вот еще один экземпляр. Очень неплотные. Вот никакой рыхлости совершенно нет. Просто одна сплошная плотность. Очень крепкий качан. И рядом вот еще один. Видите, какой качанчик. Тоже он очень плотный. Главное сейчас его, наверное, обработать. Надо будет фитовермом, чтобы их никто не начал есть. Чтобы они у нас были целенькие. И следом еще один. Вот видите, тоже это все три богатыря. Завязывается очень крупный качан. Листья маленько, конечно, нужно обрывать. Это именно старые листья, которые здесь сбоку. Но сильно вот именно, так сказать, обрывать не нужно. Чтобы капустка у нас наращивала именно сам качанчик. Здесь вот еще один экземпляр. Вот этот немножко он не такой плотный, но в целом он сейчас у нас растет. Здесь еще один качанчик. И вот здесь вот такой вот хорошенький тоже плотненький качан. Немножко, вот видите, кто-то ее подгрызает. Поэтому надо будет обработать. Как только дожди у нас прекратятся, обязательно обработаем фитовермом. Так, на задней стороне листа никого вроде бы нет. Есть, вот видите, какая гусенка есть. Такая вот есть гусенка. Нужно будет обработать их. А так, в целом, очень хороший сорт капусты три богатыря. И вот еще один качанчик покажу вам. Такой же вот он красавец. Это они все у нас растут вот так вот немножечко порознь. И вот такие вот качанчики нарастают. Тоже он очень плотный, достаточно низкая у него нога, то есть он невысокий на ноге. И вот такой вот качанчик здесь рядом еще один. Тоже вот такой вот, но это нет, это скорее всего июньская, это не он. А вот это вот еще один качанчик три богатыря. Немножко грязноватый. Но главное, что слишком пока никто их не ест. Никакой вредитель. Ну и вот еще один экземпляр три богатыря. Пока маленький, но повторюсь, расти она у нас будет до конца сентября месяца. Поэтому всем могу посоветовать данную капусту, именно три богатыря, потому что обязательно у вас будет хороший урожай. Главное, конечно, вот посадить ее вот так вот редко. То есть один вилок и второй вилок расстояния. Вот смотрите, где-то, наверное, сантиметров 80, а то и метр. Здесь до этого росла другая капуста, июньская, например. Там росла вот брокколи. И, соответственно, мы их убрали. И пространство именно для поздней капусты у нас вот такое вот освободилось. Поэтому такая вот капустка. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего. И будьте счастливы. И с отличным, конечно же, урожаем.